Это можно, нет, вообще купить. Так, да, надо посмотреть. А то не хочу розовым бегать. А, управление же надо будет чекнуть. Музыку тише. Ты ничего купишь? Сиди, донать, как говорится. А где что смотреть? Ну, в настройках. А я сам тут ничего не знаю. Костюмы. О, у меня рисунок появился. Хорош. Короче, ты меня узнаешь по голосу. Анимации какие-то еще. Анимейшн. Battle Pass. Да-да-да. Тоже по 90 уровень. Ну, попа. Он не мотается вроде. Может, мотается. Мышкой надо. Ага. Ну да, 100. Я готов. Ну что, пошли гореть, хули? Блять, Право боевую готовность. Уху! Неплохо. Ёбушки, ёбушки, воробушки. Туц-туц. Хотя так-то можно было... поменьше графику сделать, чтобы... систему не жрать, а то, блядь. Сейчас опять у меня здесь будет кипяток. Остаться кипятком. Все возможно. Ой, что это, карта будет? Какая-то... Надо было сначала обучение пройти какое-нибудь. Там обучение, там соло режим. Ну вот надо было. Врубается. А там обучения нет, ты просто начинаешь бежать, прыгать там и все. Один? Нет, со всеми. И что, это обучение? Это не обучение, соло режим какой-то самый легкий, самый первый. Ебать карту. Пиздец, блядь. Охуеть. Пиздец так-то. Куда ты меня закинул? Так до этого как бы легкие карты были, тут еще вообще такая массивная. Но... А ты где? Я по центру розовый. А зачем я... Блядь, пиздец лица. А, ну... Главное, что я тебя не могу увидеть. Мне сенсор надо поменять. Да блядский ты рот. Да что за хуета-то начинается? Блядь, упал. Жестко. Что значит статус отряда? Я не знаю. Блядь! Там чел, что ли, в голосовку что-то базарит? Статус отряда 10.
Я не могу перепрыгнуть. Фига. Да ебаный ты. Кого там прыгаешь? Я на этих блинах тут бегаю все. Ну я тоже. Я по привычке все Т нажать хочу, блять. Ну чтоб разговаривать. А-а-а. Ну я где-то примерно на середине, наверное. Я вроде тоже. Блять. Сука! Мы на 20-м месте, что ли? Немощные. Немощные. А ты что, двойки запустил? Самой что-то запустилось. Я просто нажал, типа, готовность и... Блять, я такой бот, пиздец. А, ты уже дошел, да? Понятно. Да. А это ты бегаешь? А. Челику сзади подбегаешь, его можно схватить и держать, короче. Мне бы, блядь, добежать, сука, я все слил, короче, нахуй. Раунд завершен. Выбили. И чё теперь будет? Ничего, буду смотреть, хули, как другие играют. А я-то прошел или нет? Так ты это прошел? Нет, нас выкинуло. А, из-за меня, наверное. Ну, мы то, что в отряде были. Бля, это на сусу поменять. Так. Че, поменял сенсу? Нет, а как я поменяю ожидание игроков? А, так выходи в меню, я вышел в меню. Блять, а я запустился. Так, там выйти все равно вроде можно, нет? Escape. Мне дали 160 баксов. Или что это опыт? Еще тут еще пропуск качать тебе идет, нахуй. Да не, качать я, конечно. Чисто так пофаниться. Ты же не с камерой, это то, наверное, блядь. Да, может быть. Не, не менял ничего. Я так тихонечко мышкой двигаюсь. Ни хера ты. Там вообще неудобно бегать. У меня гейпад не обнаружен. Я теперь выйти отсюда не могу. Гейпад. Ну ты серьезно, ну что за баганная хуйня? А что у тебя случилось? Так я зашел в контроллер, посмотри, что там происходит. Мне вон подключите беспроводной этот контроллер. Я не буду заходить тогда. Короче, я Alt-F4 нахуй. Проверенный годами способ. Ну. Взяли, задезморалили меня в самом начале. Не, что-то катка-то такая жесткая. Ну, карта сама. Ну, я еще бот. Блядь, там так-то изи карты была, но я почему-то постоянно не долетал вот по таймингам. Надо просто по таймингам все делать и не волноваться. Короче, выбор соревнования я выбрал соревнования пар. Так мы тогда так вылетать будем постоянно, если тут из нас не пройдет. Каждый сам за себя можем было, нет? А. Давай сольные соревнования для начала, раз ты новичок еще здесь. Я-то уже тут прокачанный волк. Пару каток поиграл. Батец.
Так, дай-ка я еще все-таки сделаю. В геймпад зайду. Средние настройки поставлю, если так все красиво. Дай-ка тоже заменю. Так, испытания надо поставить. Что бесплатно здесь ничего нет? Видимо. Заебись. Я может какой-нибудь хочу другой вон. Мод. А, ну да, блять, ясно. Еще абонементы какие-то. Я как задоначу, блять. Пипец, наверное, игра доход приносит. Ну да. Хотя тут ничего особенного-то и нет. Чисто костюмы. Ну там нормальные же чариков костюмы были, я тоже хочу такие. Я, наверное, готов, я хуй знает. Ну, нажимайте. Че мы это? Кажется, он все. Вроде как, да. Сольные соревнования. Неплохо. Мелкий проигнорил. Не хочет играть. Ну, в смысле, молчит. Может, спит. Если я тебя увижу, я тебя буду толкать и задерживать сзади. Блять, надо было тогда лучше вместе играть. Ну, тут это непонятно. Где ты бегаешь? Что-то как-то... Или может, можно типа ники включить челиков? Чтоб хотя бы понимать, где ты бежишь. А то ты сейчас розовый или красный, там половина таких же будет. Блять, опять какая-то залупа сложная. Ну это тоже первый раз, у меня не было такого. Рыцарская залупа. Ой, пиздец. Чё за прикол, я играл, там вообще катки такие изичные были. Ну главное, чтоб никто не мешал, блять. А то я сгорю нахуй. А, или чё, мы вдвоём только тут? А нет, нихуя народ. А чё сенсак такая блевотная всё равно? А, я вижу тебя, вон над тобой этот розовый будет, а. Нихуя, ты первый бежишь. Меня Петух, сука, столкнул, блядь. Нормалёк. Здесь народ уходит. Нет! А, фак. Согласен. Ебучие сиськи. Бля, там лошадка бегает, тоже хочу такой скин. А, ну да. Я все пришел. Здесь ты. Бежит такой, блядь. Блядь, у челиков такие скины пиздатые. Да в смысле, блядь? Жестко, блядь. Ну чё за петушинство-то, ёбаное? Ну блять, мне не хватило секунды. Че, заново начнем? А че мне выкинуло, да? А кого он следующий раунд? Не, так ты просто наблюдать, наверное, за мной будешь. Блять. Нет, наверное. Ну давай посмотрим. Вроде да. Я какое-нибудь место займу, главное, я так начал пиздато. Все так на изи прошлось. Ты там вообще первый бежал, нихуя себе. Там треугольник, короче, розовый над головой у тебя. Ой, блядь. Да, здравствуйте, здравствуйте. Че, выспалась? Че это ты с кем-то? Стремецвич. А, я думал, у тебя девчонка дома. Конечно. Ну да, ты, походу, смотришь. В смысле?
Блять, я смотрю. Ясно. За мной, да, смотришь? Mm-hmm. Ну давай, тащи нас вперед. Главное поймать вот эту волну. Ну что, дай, я хочу за конем понаблюдать. У меня скинул гора. Вроде зайчик какой-то бегает. Блять, пиздец, скины, конечно, я ебал. Пиздец, дура. Сосиска бегает. Ну меня тоже кроет, не знаю, сколько кроет. Я теперь тебя найти не могу. Я уже прошел. Да, я за лошадкой понаблюдаю. Лошадка. Тут утёнок угарный, блядь. Или чё утёнка? Да как он выглядит там? Белый утёнок. Курицу вижу. Да-да-да. Синих шортов, блядь. У меня коричневый. Глаза какие в разные стороны у него. Шкипер, я не знаю пароль. Да-да-да. А, и птица, птица какая-то еще. Что, сейчас финалка по ней будет? Не, еще катки 2 или 3. Что за сок? Ну, давай, давай, смотри тогда меня, может топ возьму, блин. Было бы неплохо. Бонус можно тут не за тебя. А, ты же это, мы же не в команде. Мы типа соло. Сейчас опять карта дерьма какая-нибудь выйдет. Почему главное, мы тут в команде стали играть и... А, вот это я знаю, если это она. Стали играть, какие-то карты стали появляться вообще. Сногсшибательные. Ва, вот это вообще бред. Как мне с первого выстрела там какая-то звездочка вынесла, блядь. Сутки? Сутки накрывают меня, говорю. Бля, он с тобой лошадка стоит. Блять, вот если он стоит, стоил бы рублей 100 скин, я бы купил бы. Ну и то это же через этик еще хоть задонатишь. Да, там смотри, у лошадки еще прикол такой. У него сзади. Бля! Да пизделся. Смотри, лошадку открой. А ты что, вселился? Да. Блять. У лошадки и задницы, короче, перья попугая. Ну, вижу. Так, ладно, выходим тогда. Опустите Enter, я же нажимаю. Блин, а где они покупают эти лошадки? Он в пропуске, что ли? ПЗ, может, там тоже сезонами как-то открывается? Ну-ка, сейчас подожди. Так. А мы что, так же соло будем? Блин, не знаю. Давай тогда парные соревнования, пару выберу. Давай. В магазине я что-то не нашел, там наборы какие-то есть. Это, видимо, наборы этого сезона. Ну тут как в ЗЭ, наверное, всякие эти пакеты обновляются постоянно. Ну вот с котом есть. А, надо сначала задонатить. Вон так-то клубничка есть за 200 рублей. Это ты куда зашел? Сезон, вроде бы. А. Морковка какая-то тут, блядь. А вишня какая-то 249 рублей. Ну вот вишня, да.
Не, вишни уже в Аврое парке был у нас. Вишни не надо. Проклейкой, блядь. С проклейкой нам не надо, блядь. Проклеит, блядь, что-нибудь. А ты знаешь, что такое проклейка? И он еще так серьезно. А ты знаешь, что такое проклейка? Прежде чем надуть шарик, его нужно проклеить. То есть он такой этот, как сказать, спец своей работы проклейка. Он, наверное, на собеседование пришел и такой этот. А, тут можно покупать скин и, короче, еще на своего чела какие-то предметы одевать. Угу. Он пришел, наверное, на собеседование. У него спросили, типа, ты знаешь, что такое проклейка? А он такой, вы меня обижаете. Конечно же, я знаю, что такое проклейка. Блин, короче, этот код стоит 6 соток. Ну, что-то как-то я не хочу. Это коричневый-то, который? Угу. Ну, оба, короче. Какашка из жопы. Угу. 499. Не знаю, что-то дорого. Угу. Ну, можешь только верх или низ купить, блядь. В смысле? Ну, тут вот справа есть, типа, можно либо верх купить, можно либо низ купить. Ну. А можно все купить, верх и низ. То есть ты верх можешь купить там кота, а низ шорты какие-нибудь. А, ну да, вон, есть такое. Ладно, чё. Меня, кстати, дали то этих шмяксов, или как они называются. За что? Ну вот я то, что играю сегодня весь вечер. Вот. Там за что-то копится. Блин, мне тоже дали вот эти шипы. Почему я их не могу надеть? Они в этом, в гардеробной. О. Опять пожарка едет. Опять, наверное, в этот. Нам. В ЖКшку. У меня скоро подгорит, ага, блядь. Здесь эта неделя долгая и жаркая, блядь. О, не говори. У нас эти ГБРщики приезжают, когда сигнализация срабатывает. Угу. Проверяют, потом на этаж поднимаются, мне сработало. Кстати, я теперь тебя видеть-то могу, у нас треугольник над тобой. Розовый. А, ну... Вместе будем бегать. Если что, я буду чайников как-нибудь толкать. Чтобы они не мешали с нам. Ну, блин. Это лишние затраты Гарри и энергии. Лучше просто беги вперед и все. Ну, можно так. Ну, просто если там будет эта карта, где вот эти проваливаются внизу, отгадывать надо. Это да. Долго ищет, странно. Двойки. Ага. Там-то у меня галки все режимы стояли. Из-за этого быстро, видимо, находил. Да идите в пизду. Выбери тогда все режимы. Кроме соло я выберу тогда. Но. Ну все, я готов. Надо быть каким цветом, чтобы глаза челики. Ой, мне какую-то снежинку дали достижение. А чё, чтобы глаза не это? Чтобы челиков глаза охуевали от яркости. Вот окно открыто, вот ходит постоянно у окна, на окне. Балдеет. Да если бы он идёшь. Вечно куда-то вперед идет, блядь. Ага. Тут еще вон всякие задания делать надо. За них тоже что-то дают. Вот мы челиков вниз.
блин, что-то уши потеют. Угу. В наушниках. Куда вас позвали опять? А? Ты ливнул, что ли? Я? Ну. Я здесь. А, ну вроде это несложное. Ну вот, не знаю. А вот где-то я чуть тебя не вижу, блядь. Я оранжевый. А, вон вижу, это метка. Да блядство! А, ну да, это я. Вас звал. Короче, я опять съел нахуй. Да блядь, да сука! Что за тайминги-то конченые, блядь? Ну, сука, мне их... О, я сейчас сгорю нахуй. Блядь, меня толкает. Ну это, сука, конченая игра, блядь. Не для меня она. Мне в такое нельзя играть. Да ты, сука! Ай, короче, я слил нахуй. Я тоже. Кончалыка ёбаная. Нахуй, выходим, блядь. Я ни одной катки еще не выиграл, пиздец. А там типа так бежишь, на чили так спокойно, mm-hmm. Короче. Если бы. Готов. Блять, уже опять жарко стало нахуй. Жаркий парень. Всех сразу. Хит-парад. Что-то, ну, а, нет, эта катка была у меня один раз. Кстати, это ты мне донатил тогда? Музыку нет. Заказывала, клип, а не тебе. Нет. Давай отправляй вентилятор. И можешь отправиться вместе с ним. Это простенькое. Ну-ну. Все, посидел, хватит. А это что, это командное, что ли? Ну, походу, что-то, ага. В
Все, короче, упали. Ага. А тут снизу побыстрее просто. Как в торговом центре двери. Да-да. Черная пятница, блядь. Да-да-да. Я себя не... Не вижу. Да иди ты нахуй! Давай, тащи нас. Я даже попробую выиграть. Ну можно быстрее бежать, блядь! Ура! Смотри на респе, чего стоит, блядь. Читер, блядь. Блядь, что-то у нас какая-то маленький статус. Ну да. А чё? Нормально так. Почему? Или мне показалось? Не должно, наверное. Да, нас выкинуло. В смысле? Так как? Короче, в топ-20, как я понял, что ли попасть надо? Или чё за... Блядь. Ну мы типа стояли, нас выкинуло с этой. Мы 43-ки, что ли, пришли, или чё? Ой. Или нет? Ну да. А, типа нам сейчас хвосты дергать, что ли? А, сейчас мы наблюдаем просто. А-а-а. Нас выкинут, пиздец, игра. А, вот, за хвосты хвататься надо. Надо же придумать такое. Вон челики стоят синие. Да-да-да. Такие смотрят, кто что делает. А, тут, короче, хвостами и без чего. Я хочу посмотреть, как хвост оторвут, блядь. Так он отрывают. Друг у друга, короче, забирать надо. Поймана хвостов. А, вон и копится у команды. Я за сыром наблюдаю. А, на голове который? Ага. Одни гейпадеры, ёбаный в рот. А, кстати, да, показывает. Даже здесь спокойно нету. А что у меня сыр не показывает? Ну, вон сыром. Да, уже сколько людей переключаю. А, вон нашел. Играй его. А, слышишь, вон здесь какое читерство есть. Прыжки игроков выше и длиннее, чем у других игроков. Или игрок летает, или на игрока не действует гравитация. Ха. Это что такое? Ну, на P нажимаешь на игрока, и там показывает. Ага, то есть у каждого свои фишки еще? В смысле, нет, ты не понял. Я тебе про читерство говорю. Ты когда наблюдаешь за челиком? Там можно нажать на P, и за что-то ты жалобу отсылаешь. Типа он летает, а-а-а, там еще что-то. Я вышел, если что. Окей, я тоже выхожу. Прикольно. Блять, сейчас же не видно. Лыжи пад. Что вы шумите? Не говно... Говнопад бы назвали. Выйти я. Ура. А у тебя какой уровень, кстати? Так, сейчас посмотрим. Что, 7-й получается? Нихуя ты. Ну да. Ну это какой-то прогресс сезона. 7. Ну, у меня 2. О, скоро догонишь.
Нет, надо было все-таки другой цвет поставить. Я уже начинаю путать себя между другими. А там какой не выбери, все челики в таком же цвете бегают. Я когда в толпе бегу, я на себя вообще не смотрю. Я смотрю на эти всякие препятствия. А, ну так-то да. А то там, блин, реально запутаться можно. Ну хуй знает, на первый взгляд как-то вроде легко, а начинаешь бежать, все пиздец. Угу. Вот что за карты опять? Урбанистический кросс. Кросс-кокос. Короче, нам надо в топ-50 попасть, я так понимаю. Попадение в топ-50. Надо. Ой, ебать. Это жесть. Ну я здесь опять селю здесь, нахуй. Я не понимаю, как ты еще до корон успел добежать почти. Если элементарные вещи пройти не могу. Нихуя. О, что такое? Нихера. Блять, а куда прыгать? Не знаю, тут спиннеры есть. Блять. Надо еще попасть, короче. Охуеть. Вот это, конечно, эпично. Пьем. Блять. Да ёбаный ты. Как они такие тайминги ловят? Нет! Да сука! Ну как так-то, блядь? Да иди ты нахуй. Тупая игра, блядь. Я не знаю, как прозрачный пол пройти. Так просто... Я не... Они местами меняются. Понятно, я не успеваю. Да ёпта. Пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим. Я первый пришел, нет? Да в смысле выбили, блядь? Сука! Жесть. Ага, почему 41 осталось, если в топ 50 попасть надо? А ты не... А, ты не прошел, потому что... Я не прошел, ага. Ладно, я убиваю. А ты не прошел, иди дальше. Так меня выкинуло, мы же в пати. Я так понимаю. Ну короче, меня выкинуло. Блять, тупая карта, это вообще жесть. Убери тогда... двойки. А то реально мы так будем друг друга подсирать. Ну давай соло тогда. Ну. Я... Там с первого раза меня закинуло наверх, и все, блядь. А может быть мы, кстати, должны были вместе просто забежать? На трибун. Ну, типа, наверное, да. Я не знаю. Но я последний, походу, был. Из-за этого. Это гонка, блядь. Что тут?
А, ну вот, самое простое, бежишь просто и все. Ну, знаю я, то и самое простое. Дизи по-любому как какая-то хуета. Да ж надо, блядь, на прямом моменте в дверь стукнуться. Да иди ты нахуй, тупая игра, блядь. А как здесь челики могут не добежать тогда, получается? А там в конце время еще идет. Ну. А, ну да, надо же мне, сука, упасть-то туда, где, сука, дверь. Я, ну. Я забежал. Ну, я, короче, походу сейчас опять целю, блядь. Не-не, успеешь, ты не последний. Ну это, сука, смешно, блядь! Ты, сука, дрочишь меня? Да иди ты нахуй, блядь! Сука, как у меня горит, блядь! Ты этот, ты в прыжке еще делаешь этот, чтобы вперед лететь? Ничего не делаю. Ну что, заново был? А ты это прошел? Ну я прошел, давай заново, чтобы это как, хотя бы пару уровней, чтобы ты тоже прошел. Интереснее было в конце. Я вообще нихуя ничего не прохожу. Это пиздец какой-то. Просто где-то на конце постоянно. Ты в прыжке-то нажимаешь кнопку, чтобы вперед лететь? Какую? Ну, правая кнопка мыши. Нет. Ну, пробел, а потом правая кнопка мыши, и он чуть-чуть вперед падает. Я вообще бы управление поменял бы где-нибудь. Типа на ЛКМ, ПКМ что-нибудь поставить, там крючки те же самые, так может проще будет. Колесиком-то мне крутить. Прыжок, чем на пробел этот конченый нажимать, я на пробел не прыгаю нигде. Короче, попробую прыгнуть и правую кнопку мыши. Он вперед типа летит. И вот я эти всякие злые ебучие штуки по-быстрому пролетаю. Ну, бля, вот то самое тупое, оно надо было вот сейчас попасться. Да. Опять я в конце. А я в середине, даже второй точнее. А, ну да, я был вторым, блядь, бегу последний. Ну это сука, смешно. Ладно, хоть здесь есть сохранение. Каких... Ты сук... Ну куда? Вот я сейчас опять в самом конце не могу пройти, блядь. А, суки, меня держит, а ничего садит. Я прошел. Ура! Там знаешь, какой прикол был? Я уже до финиша добегаю, челик сзади подбегает, хватает меня и держит, блядь. Это пиздец. А, да, да, в красных очках. Я не помню, кто я охренел, блядь. Он стоит, короче, в самом конце и сидит, всех задерживает. Такого.
Курица, блядь, такая курица смешная. Ура, топ-50. Нихуя. Давай вторую катку тоже бери. В финале с тобой встретимся. Ну, если ты меня за хвост держать не будешь, блядь. Я не понимаю, в чем смысл. Ну, типа, ты задержал челика, и что, ты его обогнать потом можешь? А вот хер знает. Ну, скорее всего, да. Подержал, отпустил, он все равно впереди тебя, как бы, он все равно быстрее побежит. В чем смысл задержки этой? Ну да, вы же, по идее, оба задерживаетесь. Так вот. Либо задерживают, бля, что такое? По-любому язычная. Ну да, язычная. Жесть какая-то, блядь. Опять плавать. Я до тебя играл соло режим, и все нормально было. Ты зашел, какую-то жесть стали включать. Я на первом. А, еще по кругу бежать, что ли, надо? А как это? А, лабиринт, блядь. А, ну да, я, короче, челиков не туда привел. А, это я сам себя не туда привел. Да, сука, ёбаная булка. Блядь. Что происходит? А как на дисках ты бежать? Они так, они просто крутятся, крутись. И получаю удовольствие. Я выйти не могу отсюда. Я вроде вышел, да блядь. А, так я вон туда бегу. Конченая стена, блядь. Я сейчас опять на дисках буду ебаться. О, диски пройдены. Да ладно, с первого раза прошел диски. Тихо, у нас есть шансы на победу. Да в смысле? Чё за... Я чуть-чуть не успел. Чё-то я тоже выкинул. Тогда. Бля... А где финиш ты был? Чё-то я даже не посмотрел. Ну я так быстро прошел там эти диски сраные и этот... Ну и всё остальное. Ну такие катки дают. Карты, точнее. Я вышел. Давай, запускай. Ну-ка, дай-ка управление применяю, попробую. Нети. А если бы еще бы пизюк бы... Играл бы, он горел бы нахуй, тут сидели бы вдвоем горели. Так, прыжок. А, понятно, на крылечко нельзя поставить. Сука. Ладно, ничего мне там не дало. Yeah.
Сидел ночью покемоном смотрел. Потом еще какую-то няню. Но что-то потом она меня достала, и я ее офнул. С позором. Которую по СТС показывали? Нет. Фильм. Что-то «Прекрасная няня» или как-то так. Там что-то драма так-то. «Моя прекрасная няня». Угу. Или не прекрасно. У меня еще шашлычок остался со среды. Вот это что опять за диски? Каждый раз новое, ты представляешь? Хоть бы повторилась какая-нибудь. Опять я в конце стою. Я тоже. Короче, делаешь распрыжку. Как в тест. Да, и ты лишний раз на кругу не крутишься. Вон как все делают. А почему так люди высоко летают? С читами, что ли? Нет, на треугольнике вставай, они это прыгают, короче. Хуя ты спереди бежишь. Ха-ха, сейчас шар задает. А хуй вам, блять. Стука теперь задавил. А, ну понятно. За мной бежит конь в пальто. Да-да-да. Было бы прикольно, если его можно было это реально пальто еще надеть. Это ебаные шарики. Это было бы эпично. Я прошел. Хорош. Да ты иди ты нахуй! По бокам беги. Дошел? Угу. Так а чё заебись? Я хочу что-нибудь другое. А чё тебя не вижу? А, вон ты. Да не, я где-то там стою. А, ну да, кстати. Прошло 40. Потом останется 20, потом 10, по-моему. Нам до финала надо дойти. Там уже более прикольнее это. Рыцарские скачки. Опять что-то новенькое, блядь. Это было уже. Было? Рыцарские, ты помнишь это там? А-а-а. Всё, понял. Вот эти вот большие коричневые штуки. Ага. Там надо рассчитать, как ты... Блять, я не знаю, по краю бежать. Ну там видишь, там очко под тобой еще. Так-то она у меня хороша проходилась, но почему-то она меня заруинилась где-то опять. Как челики вообще первые прибегают? А ты в конце спишь. На рандоме. А, у меня вот эти сиськи бесили, пиздец. Искандро. Друзья, как же хорошо все начиналось. Угу. Ну я еще вроде пока хорошо иду. Вот, я до коричневых штук дошел уже. Меня сиськи глючат. Ай, блядь. Демокружка, блядь. В смысле, у тебя сиськи глючат? Да, все, прошел я. Хорош. Я уже финишировал. Да ладно. Да. Ты за мной смотришь? Ну, а больше не за кем. Блин, сейчас захватит. Там ты, сука. Такие твари, блин. Да, натуре. Я прошел. Да, я вижу. Капец, так-то народу еще бегает. Чела! Чела задавила! Между двух этих
деревяшек. Игра закончилась, блядь. Динозавра какого-то. Сука. То есть он не упал, а его так прижало, блядь. Сука. Ой, блядь. Это уже, кстати, тоже было. А, ну вот. Ой. Это моя любимая. Что за делать надо? Звездочка, где меня вынесло. Надо, короче, смотреть на пушки, и чтобы в тебя ничего не попало. А-а-а. Челиков должно выбить. Ебать! Блядь! Почему у меня так много летит хуйни, блядь? С этой стороны, блядь! Я еще... Блядь. Я вообще между булками сижу, блядь. Ну, между пушками. Блядь! Вот справа показывает, сколько челов должно... нужно выбить. 11? Да. Блять. Я не хочу быть в этом списке. Бля. А, так вон смотри, чувак просто стоит, он и все. Там в начале. Я почти стою тоже. Че все у меня тусит, блядь? Сейчас игра нахуй кинет у нас. Юху! Прошли. Сука, жарко стало нахуй. Ну так-то было, конечно, жарко. У тебя чел стоит там что-то, блядь. Че, финал, да? Или не финал? Ну, финал с челиков, не знаю. Сейчас что будет? А, сейчас раунд будет, а потом финал. Блядь! Короче, я за тобой бежать. Короче, толкать чела, блядь. Блядь, у меня так глаз положил на эту... на эту коня. Короче, смотри, как это делается, я сейчас просто бегу вперед нахуй и забираю топ, блять. Вон мы рядом, беги, хули. За кем? Ну, вперед, как ты говорил. А, ну да. Хуяк себе попадали, блядь. Блядь, я так слиться могу. Да не толкайтесь вы, сука, блядь. Блядь! Я почти нашел, сука! Шлеп, 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 шлеп. Да не толкайся ты, сын суки, блядь. А, походу это слито для меня. Да, это слито. Смотри, когда меня... Да, блядь! Я там челиков задерживал, еще стоял, блядь. Молодец, хули. Мне тупо одного кубика не хватило, блядь, в самом начале. А, жесть. Ты... Вот, сейчас финал, типа, 11 человек. Инста, блядь. И чё, ещё какой-то раунд? Ну, скорее всего, стопы, наверное. Финал же... А, да, все, финал. Вот, это хрень, короче. Тут надо всех дольше продержаться. Так нет, а ты не можешь пользоваться в самом начале, в самом конце, ты... Там вниз упасть и все. Нет, а там, как сказать, вот эти все уровни. Все уровни как бы проходят, если ты падаешь, ты проиграл. А, типа в самом конце не надо быть, что ли? Не надо, наоборот, надо как максимально, короче, вверху держаться. Выигрывает самый последний, кто удержался на этих, короче, пунктах. Ну-ну. Так-то можно прыгать. Вон как челики делают. Опа. Бля. Можно было еще сверху гонять. Сказал здесь не торопиться. Сволочи, блядь. Козёл. Блядь. Тайминг, блядь, как? Ну, за тобой кто-то бежит, можешь ему сломать все, заруинить.
Блять, там никого не было даже. Тогда. Блять, у меня рука устала нажимать. Нихуя там чувак распрыгивается. Пусть спрыгивает, блядь. Пушкай, блядь. Бля, сейчас через челик за тебя будут руинить все. Блять! А он последний был? Да, а нет. Нет, он же еще оранжевый. Сейчас вот двое осталось. Вон челику черному. Осуждаю, если че. Заебись зашло. Что такое? Прыжок веры, хуля. И мимо пролетел. Это награды. Блин, такая обида так, сука. Я бы тут тоже мог бы быть. ЛЗ пойдем? Ты уже что ли? У меня же со стримом-то не поиграть. А-а-а. Давай 5 минут перерыв, что-то уши. Ну. Потупствуй, блин. Давайте. Ага. Да, обидно, конечно. Ой, что-то опять сейчас искать начну, что ли, сука. А интерфейс чего здесь? Мой новичок. Да, что-то я еще хотел. Да я вообще крутой, ага. Блин, почавкать надо. Так-то, конечно, можно было чем-нибудь заказать. У меня еще водка осталась. Че, я такой... Одно достижение получится, или что? Где тут достижение смотреть? Ну... да там шашлыка-то осталось пару штук. Пару капель. Ой, я ж могу что-то купить. Что за ягодка? И чё? О, можно таким типа бегать. Но у меня недостаточно монеток. Радужная облачка. 500.
Так, а как, кстати, зарабатывать эти деньги-то? А что такое? А. В смысле с опозданием? Ну, тоже задержка идет. Секунд 10, наверное. Ну или 5. О, не отказался бы. У меня еще, короче, окрошка пропала. Там одна тарелка оставалась. И она уже начала пахнуть. Да какой 20? Ну. А как эти фиолетовые монетки-то получать? Я что-то нихуя не понял. Не знаю, зачеты дают за победу. А, ясно, блядь, спасибо. А, ну вон на 20, на 10 уровне есть 200 штук. А у меня уже этих монеток 1280. Хорош. И радужных 100 штук было. Че, я готов? Ну, так я Что-то понял. от этой игры почему-то видюха это на 90 плюс процентов загружается. А у меня сколько? У меня 82. Ну, это мы в меню находимся. Что-то, видимо, не до конца. На Или нет? Ctrl-R нажимаешь. Что такое Ctrl-R? Ой, Alt-R, то есть, блядь. Нажми Alt-R. Не, ничего у меня нет. Блять. А если Alt-Z? Ого, да. Ну там... Тут, кстати, он... Нажимаешь на мгновенный повтор, и это сохраняется, вот эти твои последние... О, прикольно. Ну, ты понял, о чем я. На. Ну что, давай топ брать. Раз в ВЗ не можем топ взять, тут топ возьмем, бля. Ну, тоже неплохая идея. О, должна быть изичная. Да кто меня трогает, блядь? Суки. Да ёбаный ты помидор. Постоянно кто-то перед лицом шастает. Ютуб какой-то побеждает. Я пришел. А я долететь не могу, да? Я опять сливаю нахуй по-любому. Ну, блядь, ну... Ну ты, сука, конченая, блядь! Иди ты нахуй! Перезапускаем. Блять, в самом начале нахуй уже выбили, блять. Ну тут смешно, блять. Я готов. Следующий. Ну, я вышел на меня. Пиздец. Как-то утром ходил, ну или ночью, не помню когда, то ли утром, то ли ночью, за пивом. Я говорю, мне два гуся, тут все посчитал, блядь, вышел на 500, я говорю, блядь. Я говорю, наверное, тогда ошибся в названии, и в итоге взял самое дешевое пиво. За 160. Я думал, он тебе двух гусей достал. Замороженный. Ну... С пером. Ура.
такая катка позорная. Вот блин, так вот эта игра в эпике бесплатно, просто надо народу сюда созывать, чтобы скачивали. Почему я бегу последний, блять? Если я был первым. Толкаются челики, бля. Да не то чтобы толкаются, они сука мешаются перед этим, перед носом. Бать меня к стене прижало. Да иди ты нахуй! Что-то меня реально горит с того момента, что челики слишком быстро бегают. Чел упал, блядь, что с ним стало? Он просто валяется на этом. Ты, сука, конченый вентилятор. Просто чел валяется на земле и все. Да ты иди нахуй! Да хватит... Видел? Нет. Я лошадь столкнул, блядь. Как ты это сделал? Я не знаю, просто помешал ему. Так ты, ёбаная тарелка. А ты прошел? Да. Блядь, я сейчас опять соберусь, да? Не-не-не, в принципе, можешь успеть. Он еще до хера челиков с тобой. Как, блядь? Ну это смешно, блядь. А чё ты не прыгаешь над этой штукой-то розовой? Он сильно покрупнул. Иди ты в пизду, блядь. Сука, вот... Блядь, вечно, сука, сливаюсь на таких элементарных вещах. Чё, будешь меня смотреть? Ну, пошли хули, он. У меня и так не горит, блядь. Да, пока... Как сказать, охлади свой пыл, посмотри, как у меня будет гореть. Блядь. А у меня вот от этих штук горит, крутящихся. Их очень много на этой карте. Душевное равновесие, блять, заебись название. А, это-то легкое. Шестнадцать челов должно выкинуть отсюда. Вижу. А, все прошаренные на крае выбежали. Вон, видишь, как я прыгаю, типа? Да у меня ботские прыжки. Ну, прыгаю, а потом вперед лечусь. А какой смысл? Ну, а дальше летит вперед, как бы. Грац. Изи, 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 изи. Пипец, столько костюмов разных здесь. Сразу видно, тут донатер, блядь. Ага, это ведь разрабы сидят, рисуют. Дизайнер или кто там. О, подожди. Парад такое себе. Я не знаю, как челики первые прибегают, хоть бы раз первым прибежать. Угу. Угу.
попробую вначале не упасть, может так быстрее будет. Но это не точно. Я справа. Да чего у меня так народу много передо мной? Так вот они, ага, дезморалят. Чувак на самом первом же упал, блядь. Ага, чел внизу быстрее. А, ну может быть. Опять распродажа. Блять. На нахуй. Взял, Steam дверь открыл. А кстати, вот на таких вещах, которые вот, вот эти вот, как-то попроще мне на рандом получается проходить. Ой, блядь. Не выталкивай меня, блядь. Я хочу до финиша дойти. О, чуть не проиграл, 16 дошел. А, и вишня добежал. Я возьму топ, нет? Как думаешь? Хз. Ну там сколько осталось-то? 19? Ну, раунд и финал. Ну. Чё за непоседа, блядь? Опять что-то новое. Уворачивайся. Уворачиваться. Тут, наверное, как-то пинать можно челиков, я не знаю. Было бы очень классно пинать. Ну тогда бы трэш был. О! Она что, сейчас по кругу крутиться будет? Ну, вон сзади вас еще какие-то штуки. Ага. Блядь, вот это трэш. Блядь. Еще два, держись, два раза. Хорош. Как-то опасная штука, если бы еще она так минуту крутилась, блядь. Вообще бы всех повыбивал. Что-то много челиков на финал осталось. А, это еще не финал. Интересно. 19 же. Ой. Это вот тема опасная, блядь. О. Которая меня, сука, все заруинила. Вчера пиздец, короче, рядом с домом так жестко молнию ёбнул, я охуел. Ночью. Так. Попробуем, короче. О, ясно. О, нихуя. О, нихуя. За тобой сейчас челики будут бегать. Я сейчас столкну. А, вон, толкать можно, да, вроде как. Ну, говорят, как они бегают, блядь, но... Ага. Так медленно идет гейпадер, походу. Сюда, да. А, я понял фишку, но... Хорош! Блядь! Я чуть вниз не упал, блядь! Пиздец, есть. Ну да, они дергаются, они... А все, челики забыли, смотри. Они забыли дорогу. Смотри, как идет. Там остался один. На вылет. Смотри. Стоял, думал, блядь. Ой, мочи, а ты они не запоминают, что ли, не видят? Я бы тоже не запомнил, я волнуюсь. О другом думаю.
8 челов прошло. Дайте мне топ-1, блядь. А, сейчас опять эти ебаные круги, эти, блядь. Ну что, выпадет? Ха. О! Вот это херня. Один раз я тут был. Я думал, эти будут пол проваливающийся, который был. Сейчас думаю, я начну тихонечко прыгать, блядь. Ну там же рандомно. Ну да. А вон и корона, блядь. Так вот. Как добраться-то по-быстрому, блядь. А, слева пойду, слева. На шрифт, если что, хватать ее. Окей. Эх. Пиздец, как он так убежал, блядь? Я не понимаю тоже. Ёбаный клоун. Блядь. Происходит. Тихо, тихо, тихо. Блять. Эх. Я хз, как вот это проходить тут. И этот клоун в итоге выигрывает, блять. Так, возьму, пожалуйста, на тебя, блять. Он еще и новичок. Я пожаловался, короче. Это нечестная игра. Так, чем тут? Это бонусы-то дали, нет? Конечно. Ну только я могу сливаться на самой первой катке, блядь. Точник. Так, пиццони что ли заказать, блядь? Цуню. Так, сегодня пятница. Сегодня пятница. На-на-на-на-на-на. И чё, и чё? Вчера, короче, поставил пил в этот морозильник, блядь, и забыл про него. Потом вспоминаю, блядь, там лёд один. А-а-а. Причём бутылка не открытая была. Смотри, это что-то новое, ломает двери. Ой, ясно. Что-то мне вкус сосалки уже этот надоел. Вкус сосалки? А, ну да, приедается потом. Надо несколько видов иметь. Угу. Она стоит 350 рублей, я охуел. Там и за 700 есть. Так да. А то, что ты мне вчера показывал, это что такое? Это же вейперская залупа. Да, да. Нет, ну это же вейперская, у меня это же не вейп. А, подожди. У меня же... Нет, ты чё, жижу, ты так же туда будешь наливать просто это и всё? А, не, я просто подумал, то, что плотность разная. Ну, лучше... А, ну да, блядь. Это как китайские эти, блядь. Да-да-да. Челы разбегаются, а там закрыто, блядь. Ну вот как у меня сейчас было. Да, я видел прям передо мной. Нахуй они разбиваются, если здесь сбоку, блять, открыто. За мной баночка какая-то бежит. Да иди ты нахуй, помидор ёбаный. Как они так разгоняются, блять? Зэ. Может, мы что-то не знаем? Лифт не работает. Может, сталкиваться не надо из-за этого? Ну, может быть. Короче, да, чем меньше сталкиваешь, тем быстрее бежит он. А эта толпа, она все замедляет. Ты пришел на финиш? Да. Пиздец, там куча челов бились в дверь. Да, да. А что тут сыр вообще стоял на листе, блядь? Может, он что-то знает? Пук на скорость, опять что-то новенькое.
Вон. А, ты не видишь стрим-то, блядь. Одежда с волком. Угу. У волка язык был, еще такой торчит, блядь. Че я где? Какой я? О, я первый. Угу. А, блядь, я круг пропустил один, сука. В смысле? Ускоряй, который. А. Тут че, вы пиздец убежали? Угу. Блять, я не допрыгнул. Ну руина ты ёбаная, блядь. Блядь, я внизу. Пиум-пиум-пиум-пиум. А, ты два круга еще? Угу. Как так-то, блядь? Ну как так-то, сука? Ну ты руина, блядь, конченая нахуй. Прошел? АХЗ, вас выбили. Ой, Асу. Пизда. А ты прошел? Угу. Давай с тобой посмотрим. Хотя так ускорялся, бежал, блядь, пиздец. Да там, короче, некоторые штуки меня жестко руинили. Все, бери топ. Ха. Твоя любимая. Блять. Вот здесь я, короче, по-любому заруиню. Смотри, главное, те, которые не трясутся. Надо это, не... надо, чтобы со мной никто не шел, блять, не мешался мне. Не, наоборот, ты с челиками стой и все тихонечко. Они сами это будут юзать. Так нет, этот как его. Просто. Хуйня. Ну, вот, блядь, ну как? Ёбаное яблоко. И все столпились здесь, главное, теперь. Я чую, да? Сука, ты хуесос, ёбаный, блядь! Блять! Ну, короче, походу это свита. Не-не-не, ты там не торопись, остановись, и пусть они сами падают. Блять, как у меня горит! Видишь, там толпа, блядь. Ну ты, сука, издеваешься надо мной, блядь? Да идите нахуй. Вот опять на какой-то тупой, сука, ситуации, блядь. Меня, сука, два раза столкнули, блядь. Еще раз, блядь. Ну зато я два раунда продержался тут же. И в самом начале зато не вылетел. Ну тогда вообще весело, блять. Ну чё, я новичок.
бот. Батискаф. Батискавер. А, ну да, я здесь опять в конце не перепрыгну. По-любому, блять. Ага. Вот чекай. Ну вот, ну вот как, сука? Почему, блядь? Я сзади тебя. Я первый раз прошел эту карту, блядь. О, я тоже прошел. Сова, блядь. Соух. Соух. Блядь, если голубь есть. Смотри, он в стену врезается, блядь. Эх, не посмотрел я сову. Только классно скинул здесь. Блять, еще 40 человек. Угу. Это как королевская битва тоже. Так да, так и есть. Давай, что-нибудь знакомое. Сейчас какие-нибудь соты будут эти. О, вот тебе знакомая. Ну только что бегали-то. Да, да, но я проебал здесь. Меня там эти конфетки бесили, блядь. Ну, которые крутятся сверху вниз, вон этим, блядь. Я первый. Ну, тоже. А нет, я в конце. Ясно. Блядь. Еще кого-то чела показали. Да? А как ты, кстати, кольцо-то пропустил? Звук побежал. А, ну да, все понял, давай, да. Финали чел. Вон эти конфетки сраные, которые руинят. Нихуя, да, их да, с первого да. раза прошел. Пердануть человек. Тупнулся. Блять. Согласен. А тут, кстати, компашка, интересно, на сколько людей рассчитана? Ну, пойти. До 4. А. Он мне достижение дали какое-то. Я вот мне опять этот карамель, сука. В руину. Нахуй сюда побежал. Ну зачем ты упал? Я пошел. Давай ты успеешь. Так я все уже. А, да ладно. Албом волк. Розовый волк. Вот волк угарно, да. Надо посмотреть, его найти. Языком тут нельзя. А, вон лошадка. Ясно. Топ-20, нихуя себе. Ты что, значит, две катки подряд прошел уже или сколько это? Ага. А ты что, не прошел, что ли? Я прошел. А, ну так. Ну, это вторая, по-моему.
А, ну, вроде да. А чё, я тебя не вижу нигде? А я спрятался. Ну, а что на этот раз, блядь? Ну, блядь, короче, давай я за тобой бежать буду. Давай куда-нибудь в другую сторону. Потому что они все в центре мешаются. Ну, фиг знает, я за счет челиков только и прохожу эту карту, толкаю там. Надо просто наперед смотреть, а я не могу. У меня не получается. Вот сейчас же ведь никто ведь не дрожит, по сути. Такой замес, блядь. Не толкайтесь, парни, дайте мне хоть первый раз уже эту катку выиграть. Это место. Ну, блядь, ну как же... Я... Блин, надо было... Блядь. А, мы сейчас... Я прошел. Да, блядь, тут как... Ну ты сука! А, я прошел или нет? Да иди ты нахуй! Сука, я просто не залетел, блядь! Пиздец. Ну, передо мной, короче, был просто один кубик, который вот можно было просто положить, когда челик поюзает и пробежаться спокойно, нахуй. Мы были с... одни из первых, блядь, если не первые. Ну, сука, ну это смешно, блядь. Да надо, сука, быть таким тупым, блядь, чтобы постоянно сливаться на этом месте. Так, опять это, блядь, забег. Тогда. Вот просто статические раунды, блядь, я не могу пройти. Еще 4. Парни-то не хотят сдаваться. Блять. Покажу. Блять. Еще один. Хорош. О, блять, это что хуйня сбила. Это, по-моему, самая легкая, блядь, карта. Ну. Сиди, пробел, нажимай. Кое-кто бы слил ее бы сразу. Че, финалочка опять? Угу. Проклятая, которую я никогда выиграть не могу. Причем я тебя еще потерял на этом, на этой дороге ебучей. Я шел за челиками, которые меня заруинили. Точнее, я сам себе поднасрал. Идеальное равновесие. О, жесть. Так, а это финал или нет? Да, да-да-да, финал. Девять человек, если что. Блять. Я вспотел, блядь. Ну, 8. Всего два круга этих. Это было рискованно, пиздец. Не то слово. Блять.
же вас столкнуть-то, блядь. Они такие потные все. За жопу трогаешь. Надо их как-то это, как сказать, видывать. Да ну, блядь! А, там, сука, сразу так оселись люди. Толпой бегает, мне. Ну-ка, кто выиграет? Вот этот в шляпе, наверное, выиграет. Что-то он как-то, блядь, это... Четко бегает, блядь, лишних движений не делает. Нихуя выжил. А, нет! Как он, блядь? Че за... Это чит, блядь! Я нахуй пожалуюсь на него, блядь. Ну давай. Его захавать должен, как это он такой же. Смотри, как, блядь, бежит. А, все, один в один вышли, блядь. А, так еще эти штуки ускоряются. Пиздец! Шляпка-то не выиграла. Чего? О, в смысле, выиграл? А как так? А тот, наверное, быстрее. Короче, читерство, прыжки игрока выше и длиннее, чем у других. А я такие... ту и другую пожаловался. Че, пошли в ЗД? Ну, блядь, мне оффа стрим придется тогда. Ну, оффните. У меня только вон три человека сидят, смотрят. Ладно, два. Ну, сейчас я тогда этот... до магаза, наверное. А, ну окей, я пока тогда разминусь, как говорить. Напишешь. Ладно. Из ДС я не выхожу тогда? Угу. Окей. Ладно, короче, я ушел тогда пока. Оф, ну еще потом запущу что-нибудь другое, блин. Ну, чтоб не разошло. Ладно, ушел.